Как вас зовут, рассказывайте. Слушай, я тут не режиссер. Не режиссер? Нет. Слушай, ты скажи просто, вот ты когда покупаешь конфеты там какие-нибудь... Слушай, мне тут вот... Слушайте, я себе не покупаю конфеты, мне мама покупает машинки и конфеты, все. А куда ты фантики складываешь потом? Куда угодно, хоть под кровать. А на улице, если кушаешь мороженое, куда ты фантики кинешь? Я вообще не ем мороженое холодное. Ну хорошо, а конфеты, если на улице ешь, куда фантики? Ну я вообще-то всегда ем дома конфеты. Ну а на улице бумажки какие-нибудь, если мусор какой-то есть, куда ты его выбрасываешь? Я никогда не ем конфет на улице. Газет ты читаешь на улице? Совсем я вообще не читаю газеты. А почему не читаешь? Маме пишешь, что ли? Да, я еще, мне еще 6 лет. Угу. А у меня 4. А как ты думаешь, кто на улице мусорит? Бичи. Это кто такие? Я и сам не знаю, тут какие бичи. Но они мусорят. Да, они мусорят. Мусики. А кто этот мусор должен убирать, по-твоему? Дворник. Дворник. На улице сегодня грязно, много мусора? Да, да, тут очень много мусора. Нужно мусорку их убирать, когда это ты хочешь это поесть где-нибудь. А почему, как думаешь, люди не убирают этот мусор, не выкидывают? Да потому что это они это дураки бичи. Дураки бичи. Что нужно делать таким людям, которые не выкидывают мусор? Нужно это собирать мусорку. Ну а людей как-то наказывать надо, как ты считаешь? Да, да, их нужно наказывать. Как? Так просто вызвать. Лука ставить! Бить! Понятно. Как тебя зовут? Данил. Спасибо, Данил.